Теплый морской воздух касался наших лиц. Звук двигателя старого парома в унисон звучал с ударами волн о палубу. Мы были совершенно одни на этом старом судне, которое держало курс на остров Искья в Тиренском море. Вдали сгущались тучи, гремел гром. Лишь огни вечернего Неаполя напоминали нам о том, что мы все больше и больше отдаляемся от материка. Вдали уже виднелся незнакомый нам остров, отчего становилось волнительно. Неизвестность влечет. Взяв ее за руку, я быстро поднялся на верхнюю палубу, где была капитанская рубка. Кругом ни души, темно. Лишь красный свет фонаря и блики луны освещали ее лицо. Чувство полной свободы, ощущение, будто корабль направится туда, куда мы захотим. «Пора идти», — сказала она. Искья – вулканический остров в Тиренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии. На восточном берегу в бухте Карта-Романа бьют источники термальной воды, в том числе сады Эдема и сады Посейдона. Местные термальные источники упоминались еще древнеримскими учеными Плинием Старшим и Страбоном. На острове происходит редкое природное явление, связанное с вулканизмом – выбросы водяного пара под высоким давлением. Завоевав остров, древние римляне назвали его Айнария. Римлянам досталось ценнейшее сокровище вулканического острова – многочисленные минеральные источники. Последовавшее извержение вулканов Тработти, Монтевези и Эпомео вынудили римлян пойти на сделку с неаполитанцами и поменять Искью на остров Капри. После распада Римской империи остров подвергся нашествиям варваров. Нашествия пиратов продолжались десятилетиями, вплоть до середины 16 века. Целый день мы провели на пляже, отмокая в термальных источниках.
Вика договорилась с местным Робинзоном о ночлеге. Спать сегодня мы будем в пещере, рядом с термальными источниками. И вот мы с владельцем пещеры прыгнули в маленькую грузовую машинку и в потемках ехали наверх в цивилизацию за едой. Я отблагодарил его пару бутылками итальянского вина и купил немного продуктов. Ночью атмосфера в пещере была нереальная. Никто не знал, что мы там. Ночные купальщики плескались в теплых водах источников и не подозревали о нас. Мы открыли вино, оливки, немного прошутто, отломили хрустящего итальянского багета и наслаждались. Земля в пещере была горячей, и всю ночь было очень жарко. Каштаны? Выпадай вот так в воду. А сама поснимай. Что мне поснимать? Не знаю, что мне. Всем привет! Это мой новый влог. Сегодня мы ночуем в пещере в Man Cave. Man of the Cave. Сколько звезд в пещере? 6, включая меня. Так, значит так. Нужно остерегаться низких потолков. Это новое решение, современный стиль. Вот в пещеру видите вот такую прекрасную калиточку в стиле времен первобытных людей. Здесь вы можете увидеть глину, которая продается для туристов. Чуть туристическая такая штука, развлекаловка. Глиняная маска для тела. Дальше мы проходим немножко дальше, видим стул. Hello. Grazie. Нам подарили глину, кстати говоря. Да? Да. Вот такую упаковочку она упакована. Сделаем скоро новый видеообзорчик глины из пещеры. Grazie. Prego. Здесь такой маленький импровизированный стол, недозревшие лимоны, перчик, сваренные яйца. Эфирные масла, всякая такая бодяга, горячая ванная, менее горячая ванная, место, где можно переодеться. Все так, я наступила в воду. Все так очень хорошо оборудовано, там следы глины видны. Ну что, лобстеров пойдем есть или нет? Соленый вкус. Уже неделю, сейчас тем по Италии, до сих пор не ела лобстер, это что такое? Мы купим дорадо, и я приеду в Джерминскую.
есть тигровые креветки. Тигровые? Или королевские? Я не знаю, самые большие такие, типа, как ладонь. Тигровые? Наверное, тигровые. Владелец пещеры подарил нам глину и открытку со своим адресом. Мы поблагодарили его за гостеприимство, собрали вещи и поехали дальше. Это была незабываемая ночь. Чего говорит? Она говорит, вот мы под дождем сидим, спрятались. Под палаткой. Да. Под дождь. Идем автобус. Пойди, покажи женщину сейчас справа. Сидящие камеры. Thank you.